Моє вітання, ви дивитесь «Зірковий коктейль», програма про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях президент школи досконалості науки любові Світлана Пашкевич. Вітаю вас. Доброго дня. Світлана, все ж таки цікаво, яка у вас освіта? Ви маєте на увазі базову мою освіту? А якщо можна, я буду спілкуватися з вами російською мовою, звичайно, тому що працюю я вже досить давно і спілкуюся російською мовою, трошки зараз хвилююсь і, можливо, щось буду говорити не так, тому прошу у нашій програмі. У нашій програмі можна спілкуватися будь-якою мовою. Я психолог, психотерапевт, а також сексолог. Це мої освіти. Я базуюся на тілесно-орієнтованій психотерапії. Бачите, розмовляю українською мовою. Угу. Я базуюсь на тілесно-орієнтованій психотерапії, а також на стыке телесно-ориентированной психотерапии и сексологии. То есть у меня для этого есть соответствующее образование. Это сексолог, психолог, психотерапевт. Так, скільки вам знадобилося часу, аби достатньо глибоко дізнатися про цю науку, про ці всі методи? Я думаю, що по сьогоднішній день я глибоко не знаю нічого. Потому что вик каждый же вы, раз... на часе, да? Вы знаете, я 9 лет уже работаю, 9 лет существует школа, и каждый раз я восхищаюсь красотой женского тела, каждый раз я удивляюсь, и меня будоражит открытие в женском теле, в собственном теле, открытие эти, которые происходят в женщинах, ученицах школы, то, что происходит с ними потом в жизни. Поэтому было бы неправильно и неграмотно сейчас с моей стороны говорить, что, вы знаете, я тут познала истину, и все, и дальше мне некуда развиваться. Я учусь каждый день, каждую секунду. И мало того, имея огромное количество образований, я не прекращаю учиться, потому что на самом деле я ничего не знаю. Вот такой мой ответ. Так, досить цікава відповідь, як для людини, яка є президентом і яка постійно проводить різноманітні майстер-класи. Ну, в принципі, живете і школа у вас відкрита у Києві, у столиці України. А все ж таки, чи не важко вам було створити цю школу, таку базу? 9 років назад, я так розумію, так? Мені було дуже цікаво. И интересно по сегодняшний день. И где-то внутри себя мне, наверное, даже не верится, что это уже произошло, что уже 9 лет прошло, и уже такое количество людей, которые приходят в школу. Поэтому, скорее, когда я создавала школу, я не думала о трудностях. Я, скорее, шла по позыву сердца, по зову какого-то внутреннего своего. Причем я не знала, куда я вляпываюсь, я не знала, куда я иду, но мне не было трудно. Мне было очень интересно. Так, як знаходили тих людей, які допомагали вам у цьому і нині допомагають, які, скажімо так, доповнюють і розширюють цю базу? Якщо ми говоримо об учителях школи, о майстерах школи, то це теж люди, у яких є відповідне образування, з якими ми вместе учились і учимося по сьогоднішній день. Тому всі майстери школи, вони теж мають відповідне образування. І це некі єдиномислівники, які приходили и оставались в школе, потому что много позваных, мало призванных. Угу. И те люди, которые сейчас работают в школе, это действительно те мастера, которые осознают, что они делают, куда они двигаются, имея огромный багаж знаний и опыта. Потому что не каждый выдерживает то, с чем приходится сталкиваться, потому что тема была долго табуирована, и необходимо иметь очень такой четкий стержень внутри себя, чтобы не свалиться в тех скользких ситуациях, с которыми приходят клиенты, приходят ученицы в нашу школу. Поэтому те, кто выдерживает, те остаются. Так. Я так розумію, що для того, аби... які теми, скажімо так, ви найчастіше розглядаєте на тренінгах? Я сексолог. Угу. Тема секса табуирована. Что такое секс на самом деле? Понятия были закрыты. Поэтому сексуальное просветительство и есть философия нашей школы, сексуальная культура. Секс в переводе с английского обозначает пол, то бишь половая культура, половое просвещение прежде всего женщины. Потому что ни для кого не секрет, уровень половой культуры, либо сексуальной культуры, как хотите, как вам будет удобнее это слышать и проще, на сегодняшний момент времени оставляет не то, что желать лучшего, он находится, скажем так, в противозачаточном состоянии. А ни для кого не секрет, что основой семьи, ядром семьи является женщина. И если у нее в основе основ, в половой культуре есть прореха,
то это очень сильно влияет на все сферы, в которых эта женщина находится. Поэтому, если уж так брать глобально, то миссия школы или там то, чем школа занимается, это донесение сексуальной культуры через психоэмоциональное составляющее, через телесное составляющее, соединение тела, духа, души, эмоций внутри женщины. То есть для этого есть и телесные практики, психоэмоциональные практики, техники какие-то. И вот это все составляет тут такой огромный конгломерат, которым занимается школа, то, что берут женщины у нас, ну и мужчины. Ви також мама, дружина, так. У вас є троє дітей. Абсолютно. А цікаво, як ви у своїй родині от будуєте стосунки, спілкування? А лучший спосіб воспитання – собственний примір. Так. Так і строїм. Ну, тобто на власному прикладі показуєте дітям, як потрібно жити. Конечно. Ну, які все ж таки зернятка закладаєте? Уваження к тілу. Уваження к тому, хто рядом з тобою. Уваження к різності. К разности тел, к разности восприятия мира, уважение к себе. Ну и, конечно, незыблемая основа любой семьи и закладка ребенка – это любовь. Вот такие какие-то простые истины. Поэтому вряд ли я вам сейчас открою секретный ингредиент. Его нет. Есть просто ты. Секретного ингредиента нет. Есть просто ты. Есть просто жизнь. Есть просто проживание этой жизни и восхищение этой жизнью. И эти все понимания, эти все состояния дают женское начало. Так, мені цікаво, коли все ж таки з дітьми спілкуєтеся, от як вони вас позиціонують, ким працює їхня мама? Психологом, сексологом, вони об этом знають. Так, тобто вони розповідають, так, і ну, в курсі во-первых, вашої теми? Старший ребенок, їй 10, но вона об этом как-то може говорить. Младшим 4,2, поэтому как-то они еще не разбираются особо в этом. Для них я мама, і для них я не работаю кем-то, для них я работаю мамой. Угу. Незважаючи все ж таки на вашу зайнятість, як багато часу проводите з дітьми? Очень много. Очень много. Дети – это огромная часть нашей жизни с мужем, поэтому они не нуждаются в каком-то таком дополнительном ресурсе от меня. Ну, для меня понятно, что ядро мое, вообще все, что я делаю, отталкивается от семьи, от меня и от семьи. Поэтому я не... Честно, вот сейчас вы меня поставили в тупик, потому что логично, я не могу обосновать, как мне хватает времени на все, но его хватает. И на детей, и на мужа, и на школу, и на учебу. Я думаю, что ничего нового вам не скажу. Если человек что-то хочет и заинтересован в чем-то, и в удовольствии проживает то, что он получает, тогда и времени, и всего хватает абсолютно. Я думаю, что времени не хватает как раз-таки тогда, когда его слишком много. Тобто я з вами тут погоджуюсь, тому що я також помітила таку тенденцію. Чим більше в тебе якихось різноманітних справ, тим більше в тебе вистачає якось часу. Ти вмієш розподіляти абсолютно свій час вірно. І виділяти абсолютно на дітей, абсолютно на родину. Да, тоді приходиться виділяти пріоритети, і тоді автоматично ті речі, ті діла, які не потрібні тобі, які просто відвлечення уваги і енергії, вони просто відвалюються. І тоді наступає дзен-состояние здесь і зараз, і чітке розуміння, чого ти хочеш. Ви психолог, людина, яка постійно спілкується з людьми, а мені цікаво, все ж таки, які риси характеру ви найбільше цінуєте у людях? Всі. Всі, навіть і негативні риси. Я думаю, що такових не существує. Я уверена и знаю, что наши недостатки всего лишь продолжением наших достоинств. Это как аверс и реверс одной монеты. И если я хочу взрастить свое достоинство, мне необходимо принять свой недостаток, присвоить эту силу, и тогда из этого что-то вырастет. На самом деле сложность заключается в том, что многих из нас научили бежать от недостатков, а это корни достоинства. Поэтому скорее, встречаясь с людьми, мы рассматриваем, где ресурс, где эти корни, где это зерно, которое может превратиться там, в какие-то чудесные плоды достоинства. Так, а що можете сказати приміром про заздрощі, про якісь такі от яскраво негативні риси характеру, про якісь капості, каверзні палки в колеса? Зависть – прекрасне чувство, тому що восхищення – це теж зависть, тільки його обратна сторона.
И на самом деле зависть — это энергия. А все дальше зависит от того, как вы эту энергию тратите. Ну, к примеру, когда вы смотрите на кого-то, либо на что-то, и говорите: «Боже мой, у этого человека две руки, две ноги, или у нее, или у него, неважно, этот человек это сделал, то почему у меня тоже при том же наборе я не могу это сделать, я тоже могу это сделать?» Тогда зависть становится движущей силой. Просто мы даже не осознаем, насколько нами порой двигает зависть. Но тогда эта энергия идет в конструктивное развитие, в созидание. И тогда человеку дается что-либо. А если, например, другая история, конечно, вот там, ну, вы сами знаете по тексту, тогда получается, ну, вроде как, если на уровень метафизики посмотреть, то Вселенная, пространство, Господь Бог смотрит на вас, когда, ну, или на вас, на такого человека, который там отрицательные эмоции испытывает: «Ну, как плохо, что у тебя это есть». А Господь Бог смотрит на такого человека и говорит: «О, дружище, у тебя еще этого нет, тебе уже плохо. А как же тебе будет, когда у тебя это все есть?» И тогда энергия уходит не на развитие конструктивное, чего вы хотите, а на разрушение вас же самих. Поэтому я уж не знаю, зависть — это хорошо или плохо, рішайте самі. Важливо, як ми будемо сприймати свій недолік і як будемо його використовувати. Совершенно верно. Я уверена, что внутри меня, внутри вас нет ничего такого, от чего бы следовало избавляться. Я скорее про то, что любым своим качествам необходимо дать должное место и найти, куда это применить. Все, вот это и счастье. А що скажете про злість? Злость — это... Вы про агрессию сейчас? Да. Злость — это подавленная сексуальная энергия. Это то, что не реализовалось. Злость всегда по злости будет страх. Первая эмоция базовая всегда страх. Если он куда-то там не реализовался, если вы не использовали его, то следующая эмоция будет злость. Угу. И если вы снова подавили эту злость, то следующая эмоция будет печаль. И дальше обида. Угу. Ясно, тобто все в житті є закономірно, і ми говоримо про енергію. Якщо, я так розумію, якщо, в принципі, людина реалізовується, якщо вона досягає того, чого вона хоче, то вона по своїй натурі має більше там позитивних якостей, так? Я полагаю, что этот человек просто сумел свои какие-то качества увидеть, принять, присвоить и использовать для своего развития. На останок нашого з вами спілкування пропоную пограти в таку своєрідну асоціативну гру. Давайте. Вам варто уявити, що існує коктейль під назвою Світлана Пашкевич, і які інгредієнти мають війти у цей коктейль. Здорово, мені нравится. Хорошо, давайте пофантазируємо. Це жидкий коктейль или салат? Асоціація з вами. А, окей. Я думаю, що це клубника, я думаю, що це імбірь. Я думаю, что это мята. Я думаю, что это манго. Я думаю, что это кофе. Может быть, немножко коричневого сахара, совсем чуть-чуть. Ну и, наверное, какой-то цветок, название которого я не знаю. Угу. Тобто це таки буде, я так розумію, яскравий, освіжаючий, солодкий напій? Ні. Не солодкий він буде? А який? Він буде, скоріше, немножко, чуть-чуть сладкий, але навіть жгучий, тому що там є імбірь. Він согріваючий. От така ви, да? Так? Ну, як-то так. Досить цікаво, насправді, такі різноманітні інгредієнти, які на перший погляд є непоєднувані, але так наші глядачі і так ми сприймаємо вас, і ви так себе позиціонуєте. Ну, ви спросили, це те, що прийшло в голову. Возможно, якщо б завтра ви об этом спросили, у мене б був другий коктейль. На сьогодні він такий. І дякую вам за спілкування. Спасибо. Дякую вам за таку своєрідну терапію. Спасибо вам за це. І вам спасибо. Дякую також вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами, і ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте.